В одном из главных пространств Петербурга открылась выставка о японской манге. Да и в целом летом там классно. Пойдем смотреть. Пространство называется Сивкабель Порт. Находится на Ваське на Кожевенной линии 40. Внутри заходим в цех Б, поднимаемся на второй этаж. И, купив билет, попадаем на масштабную выставку искусства манга. В 20 залах есть все о японском графическом искусстве, от истории жанров до редких фигурок и экземпляров. Прикольные залы по популярным Наруто, Атаке Титанов с макетом и Sailor Moon с луной. Некоторые инсталляции интерактивны, а гид по выставке оформлен в виде манги. Ну а после выставки не забудьте насладиться летней набережной Сивкабеля. Выставка работает до конца лета, а Сивкабель с барами, концертами и стрит-артом круглогодично.